А время подходит к концу. Ну хорошо, все-таки давайте еще внимательно. Ваши планы можно узнать. Вот, ваш творческий план. Мои творческие планы. На самом деле я не знаю, я так долго все делаю, у меня медленный процесс, просто выстроен. Мы подождем. Да-да-да, я пока, вы услышите когда-нибудь. Вот. Спасибо. Спасибо вам аплодисменты. Вот неожиданно все эти вот темы продолжаются, потому что сейчас в Ельцин-центре идет показ фильмов о покорении Арктики. Это документальный фильм еще советского производства, даже довоенного времени. Вот завтра в 14:00 будет такой показ. Все это абсолютно бесплатно. Просто старое кино, которое вытащили в рамках вот этой программы. Там и Папанин, и Челюскинцы. Ну, то есть, короче говоря, покорение Севера в советских условиях, советской идеологии. Но все равно это все-таки киноматериалы. Там всегда можно найти много всего интересного. Поэтому вы обязательно приходите. Еще хочу сказать, что мы планируем сделать здесь ретроспективу якутского кино. Скорее всего, это уже будет в начале следующего года. Мне кажется, это явление обязательно надо знать и поддерживать, и очень внимательно к нему относиться, потому что действительно это очень уникально. Вот. И, конечно, очень важно то, что вот и наше российское кино во многом себя реализует через интерес вот к восточным, так сказать, странам, восточным регионам, территориям. И это, между прочим, черта и, так сказать, европейских крупнейших фестивалей, потому что действительно, как ни странно, все-таки этнографичность является каким-то фактором того, что фильм приглашает в Венецию, например, или какой-то другой фестиваль. Или я не прав? Я думаю, что просто это нормально, что мы интересуемся той жизнью, которая есть в нашей, на самом деле, же стране, но при этом, опять же, такая вот... Мне просто было интересно, я очень многим друзьям, когда говорил, что вот Чукотка, и они говорят, ну да-да-да, Камчатка. Ну да, Камчатка. Многие вообще не понимают, что такое Чукотка. Интересно, это такой, это колоссальный, да, такой, как бы, это такая большая территория, и так мало людей не знают. То есть, мне кажется, это нормально, что мы исследуем собственную страну, и почему истории все должны сосредотачиваться вокруг мегаполиса. То есть, ну, абсолютно не факт. Вот. А мне, наоборот, интересно все, что дальше от нас, как кажется, наоборот, привлекательней. Мне кажется, что и это интереснее, потому что это исследует, не знаю, те же самые проблемы, но как бы шире. Вот. Ну, я здесь не могу не согласиться, действительно, это огромная территория, новые темы, неожиданные темы. И дай Бог, чтобы мы побольше видели таких фильмов. Спасибо вам, Филипп. Спасибо Алексею Учителю, что он вас поддержал. Спасибо зрителям, которые так заинтересованы. Спасибо большое, что пришли. Да. Завтра у нас будет презентация книги Анны Гудковой, посвященной проблемам питчинга. Я вижу, здесь много молодежи. Наверное, это будет интересно. Приходите обязательно.